10 лет военных действий и тысячи погибших солдат. Афганская война – одно из страшных событий в истории Советского Союза. Почтить память солдат на Аллею Славы пришло около 100 человек, среди которых ветераны войны и родственники воинов, не вернувшихся домой. Для всех участников митинга советские бойцы, безусловно, считаются героями. Я думаю, что то, что сделали наши советские воины в Афганистане, это просто подвиг. Туда были введены наши войска по просьбе афганской власти. И наши воины сотворили свой подвиг. Глава Ленинского района Валерий Венцель возложил цветы к вечному огню. Он уверен в значимости таких акций памяти. Мы в неоплатном долгу находимся у тех ребят, которые сложили свои головы на полях сражений. Мы обязательно должны думать о семьях, которые нуждаются в поддержке и помощи. Мы должны обязательно встречаться и чтить тех, кто поныне жив. Это богатый опыт, это те люди, которые приходят на смену нашим героям, нашим участникам Великой Отечественной войны. В семье Гульнары Романадзе знают об ужасе потерь в афганской войне. Ее двоюродный брат Александр погиб там в возрасте 19 лет. И такие митинги, считает Гульнара Джамаловна, помогают не забывать о том, что война – это большая беда. Это вот понимание, это то, что дает понять всему миру. Война – это плохо, война – это невозможно. А память, она священная, и я думаю, мы помнили, помним и всегда будем помнить. Люди с портретами родных приняли участие в акции «Бессмертный батальон». Она посвящена солдатам, погибшим в локальных конфликтах. А в завершении все пришедшие возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам. Арсений Рогозянский, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видное ТВ.